Инновационный театр «Планета» впервые провел тренировочные сборы не только с танцорами своих коллективов, но и с ребятами из других стран и особенными детьми. Для детей подготовили разноплановую программу, в равной мере распределяя умственную и физическую нагрузку. Новые знакомства, свежий воздух, танцы. Именно такими запомнят дети эти танцевально-тренировочные сборы. Лето, солнце, друзья. Что может быть лучше? Только смена на летних сборах при инновационном театре «Планета», которые с недавних пор сменили статус со всероссийских на международные. В этом году организаторы решили собрать не только ребят со всей страны, но и коллективы из других стран. Так с нашей республикой познакомились гости из Казахстана. Помимо этого, на сборы приехали дети с особенностями развития. Как сказала Анна, художественный руководитель театра, данная тема очень актуальна, поскольку мы живем в мире равных возможностей для всех детей. Вот уже 9 лет на базе нашего коллектива проходят всероссийские танцевально-тренировочные сборы, куда мы приглашаем детей со всей России и проводим эти сборы и летом, и зимой. В этом году мы решили создать большой инновационный проект, куда пригласили ребят с особенностями развития. И хотим на базе нашей программы реализовать грант, где будем рассказывать людям про нашу инновационную методику, о том, как адаптировать таких ребят в жизнь, потому что это очень интересно, это очень актуально, это нужно, и мы несем это благое дело, эту миссию в мир и в общество. Самое интересное, что танец – это инструмент, который объединяет таких ребят, потому что именно танец показывает, что нет границ в развитии, нет границ в общении, нет границ в радости, и именно танец нас всех объединяет. В следующем году инновационный театр планирует организовать уже 6 летних смен вместо привычных 5 и пригласить не только танцоров, но вокалистов и спортсменов. Программа на сборах самая разнообразная – от танцев до интеллектуальной работы. Организаторы и кураторы помогают детям понять, что им необходимо сделать сейчас, чтобы через 18 лет стать успешным человеком. Если говорить о танцевально-тренировочных сборах, это в первую очередь, конечно, не о танце. Это в первую очередь о развитии детей, об становлении их уникальности, о раскрытии их талантов. Это о том, что дети здесь всего за 7 дней, работая в программе, работая в атмосфере, да, дружбы, общения, получают уникальный опыт и в коммуникации, и развивают себя интеллектуально. Также прокачивают себя и физически. То есть утренние тренировки, интересные занятия. И после обеда у нас всегда традиционная академия талантов. То есть там они могут себя проявить и в написании проекта, и в создании каких-то новых уникальных технологий. И мы разговариваем о будущем. Мы формируем здесь, самое главное, ярких, интересных, умных, ну, скажем, новых детей. В роли кураторов на сборах выступают солисты «Планеты». Юные танцоры примеряют на себя роль лидеров и ведут за собой других ребят. В «Планете» я занимаюсь 11 лет. Я куратором работаю уже второй год, и мне это очень нравится. Мы для детей являемся примером, учим их быть организованными, как мы, учим их красиво танцевать и вообще дружить друг с другом. Здорово, что уже сейчас я являюсь лидером и веду за собой ребят из других городов России. Миша приехал на сборы из Сыктывкара. Он активно принимает участие во всех мероприятиях и с радостью заводит новых друзей. Отряды очень хорошие, вот, особенно кураторицы. Вот наши старшие взрослые, которые нам помогают. Здесь нас очень вкусно кормят. Вот, и даже мы зажигаем, проходим всякие тренинги, мастер-классы. Ну и самое главное, что мы здесь учимся дружить со всеми и знакомиться. Вообще жить хорошо. В этом году театру «Планета» исполнилось 40 лет. За это время коллектив выпустил сотни смелых и активных ребят. На этом «Планета» останавливаться не собирается. В планах у них получить президентский грант и вывести проект на всероссийский уровень.